Сегодня 1 мая. Мы находимся в деревне Язель Стародорожского района, где не так давно были выявлены случаи коронавируса, очаг инфекции. Ну что можно сказать? Деревня, в принципе, живет в обычном режиме. И люди появляются на улице. Правда, в основном они все в масках. Вот. Но, конечно, на улицах не очень многолюдно. Как-то нету такого, как в выходной день обычно гуляют, все на скамеечках сидят. Но деревня живая, живет.